Ну, желательно бы как-то побыстрее бы, чтобы заканчивалось. Вроде погода позволяет. Ждем и надеемся, что будет, ну, как бы вот видно по работе, что, конечно, будет лучше. Так, как бы, чтобы хотя бы сколько-то простояли эти дороги. А то они как бы совсем так до зимы вроде стоят-стоят, а потом уже опять их разбивают. А так, ну хоть бы, чтобы, дай бог, получше было дороги-то стоять подольше. Они обещали до конца июля закончить ремонт, наверное, закончат. Я надеюсь на это. Но пока, конечно, это не доставляет неудобства. Заезды в Боровск приходится петлять разными путями. А так все устраивает. Работают люди, слава богу. Нормально вроде дорога делают, но долго. А так все как обычно вроде. Может меньше там, то что светофор поставили, меньше аварий будет. Ну я думаю, лучше будет намного на этом перекрестке. Все-таки движение раскрутится маленько, наверное. Так что думаю, что безаварийный станет перекресток. Гадать на кофейной гуще, а будет ли хороша отремонтированная дорога по улице Всеобуча Черняховского, мы не будем, а будем просто ждать завершения ремонтных работ. И своим новым взглядом посмотрим на все изменения. Ирина Глазунова, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».